Привет! Меня зовут Женя Корниенко, я преподаватель студии 9 залов по направлению ритмика. Это наши уроки для самых маленьких детей от 2 лет. В общем, если вашему ребенку 2, 3, 4 или даже 5 лет, вы можете приводить его на это занятие, и я думаю, что ему на нем будет весело и интересно. Я составила программу этого занятия таким образом, чтобы удерживать внимание детишек, чтобы они не разбегались, не расползались, хотя это все равно все время происходит. В общем, я так постаралась скомбинировать упражнения, чтобы детям все время было интересно, чтобы у нас все время менялся род деятельности. Мы и танцуем на этом уроке, и я даю элементы йоги, так как я также тренер по детской йоге. И мы делаем всякие игровые упражнения, мы работаем с пространством, перемещаемся, используем весь зал. Часть урока проходит сидя на ковриках, часть урока проходит в центре зала, часть урока использует перемещение по залу. Все это практически происходит под музыку, мы развиваем чувство ритма, развиваем координацию, развиваем, кстати, речь, что очень актуально для малышей, потому что практически все упражнения делаются под какие-то песенки, которые мы все время повторяем, я их пропеваю. Дети после урока не перевозбуждаются, то есть они уходят с него в хорошем состоянии. Я даю также заключительные йоговские практики, направленные на то, чтобы их как-то из такого весело-танцевального состояния собрать обратно воедино. Вот. И что мне очень нравится, что в уроках также присутствует элемент творчества. То есть, когда я даю какие-то упражнения, я всегда приветствую, если дети, например, тоже выдают свои варианты этих упражнений, иногда даже подсказывают мне. В общем, жду вас и ваших детишек на наши занятия. У нас весело.